Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры, это напитки и спортивное питание. Сегодня у нас на обзоре Wolf Energy со вкусом Bitter Lemon. Вообще эти энергетики мне очень нравятся, периодически их покупаю уже давно, меняли дизайны, вкусы появляются новые, и в целом он очень неплохой. Объем 0,5 приобретал за 135 рублей, продаются они обычно в магазинах спортпита, бывает на маркетплейсах, фитнес-клубах, вот. Как энергетик он довольно мощный, здесь обычно 5 энергокомпонентов и очень хорошие вкусы, нехимозные, плюс он без калорий, без сахара. Вкус у нас битер-лимон, давайте разбираться. В состав у нас входит следующее: лимонный экстракт, страт натрий 3 замещенный, кофеин, таурин, ниацин, экстракт семян гуарана, экстракт женьшеня, ароматизаторы натуральные, сорбат калия, подсветитель сукралоза, бензоат натрия, красители Е150D, витамины группы С и Б. То есть, как мы видим, здесь 4 энергокомпонента, плюс еще обычно идет L-карнитин вот здесь, но почему в составе он не указан. То есть, с ним можно сказать 5. То как минимум здесь кофеин, таурин, женьшень, гуаран, а еще есть L-карнитин. Очень неплохо. По калорийности мы видим, углеводов здесь нет и сахаров. Вот. То есть, здесь калории там, где-то калории 2 на 100 мл продуктов, то есть, баночки около 10 кг, короче, меньше. Вот. Все симпатично выглядит, приятный шрифт. Давайте попробуем. Ну что, ребята, давайте попробуем. Очень приятный вкус, как Швепс Bitter Lemon, только менее приторный, не сладкий и не химозный. Идет реально очень круто. А для энергетики без сахара очень хороший ароматизатор и нет химозности. Прохладненький. Очень хорошо. Идет сейчас 27. Ну, идет очень приятно. Действительно хороший вкус. Опять же, из бонусов, что он без сахара. Такой вот, знаете, приятный битер лимон типа Швепс, ну, так называется, битер тоник. Хороший по энергокомпонентам, без сахара. 0 калорий, банка 0,5, просто замечательно. Сейчас вот жарковато. Отлично заходит. Нехимозный вкус. Это топ. Однозначно. Ну. 5 баллов из 5 рекомендую, очень хороший энергетик, стоит своих денег. Особенно спортсменам, которые сушатся, худеют, это будет просто нектар-лимонад. И бодрит, и приятно пить. Господа, всем привет, с вами снова я, Каха Черный, и мой Стас. Спорт. Ну, как всегда на спорте, как всегда на рельефе, немножечко пьяные. Выходные были, хули лето. Сегодня пробуем энергетик. B-Energy для бисексуалов. Первый глоток за вас, пидоры. Максимально классический вкус. Напоминает. Он и называется классик. Напоминает прям Red Bull. Не такой насыщенный, как он, но тоже в порядке. Уверенная четверочка от меня лично летит в вашу сторону. Я тоже поставлю четверочку. Мне тоже очень понравилось. Блять! Уверенно, блять.